потом. Есть хорошая традиция, хорошие технологические проекты. Пусть это даже дискуссия начинается с фразы «поехали», поэтому давайте «поехали». Сегодняшняя тема у нас — роль IT-хаба в формировании цифровой экономики. Буквально недавно Михаил Мишустин, находясь визитом в Иннополисе, объявил о налоговом маневре, который, собственно, должен простимулировать развитие цифровой экономики в России. И мне кажется, довольно символично, что это произошло в Татарстане, потому что Татарстан — такой регион-лидер в цифровой экономике. Но, если честно, хочется признаться, что все текущие успехи — это, наверное, все-таки некая амбиция для игры высшей лиги. И вот есть такое мнение, что цифровые хабы, вот эти IT-хабы — это и есть тот действенный инструмент, который позволит создать цифровую экономику по аналогии там, китайской, по аналогии там, американской и других там, экономик, которые нам нравятся, да, на которые нам нравится смотреть. Сегодня будем обсуждать эту тему, и для начала я хочу представить гостей. Айрат Ринатович Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан. Привет, Булат. Привет, Айрат. Виктор Васильевич Дичков, председатель совета директоров ICL. Дмитрий Николаевич Еремеев, президент группы компании FIX, учредитель банка 131. Ахмеров Тимур Маратович, генеральный директор Барс Групп. И Ильдар Рамилевич Шевалеев, руководитель центра цифровой трансформации ПАО КАМАЗ. Я не буду вас называть по отчеству и не буду говорить слово «коллеги», чтобы эта дискуссия не скатилась в то, что мы не хотим, чтобы она скатилась, поэтому в дальнейшем я буду… Чтобы дискуссия не скатилась в совещании. В совещании, да, так еще одно. Вот, поэтому я буду обращаться к вам по имени, если вы не против. Вот, все, погнали. И первый вопрос я хочу адресовать Айрат Ринатович вам. Не знаю, зачем перелистываю, так вроде помню. Для начала хочется такую отсечку сделать вообще. Какие цели, в принципе, ставились перед цифровой экономикой и чего сейчас уже удалось достичь? Ну, просто вот, чтобы задать дискуссию, да, какую-то точку. Да, Влад, значит, хороший вопрос, на самом деле, насчет цели. Да, действительно, целеполагание очень важно, особенно в политике, в государственной политике. Ну, во-первых, надо признать, что ввиду особых, наверное, условий, эти цели сейчас корректируются, и вот буквально месяц назад вышел новый указ президента Российской Федерации, где поставлено 5 стратегических целей до 2030 года, и пятая цель, вот черным по белому написано, цифровая трансформация. И она расшифровывается на 4 подпункта. На мой взгляд, очень понятные, они могут, по ним можно спорить, они очень звучат очень просто. Первое. Обеспечить зрелость отраслей экономики в области цифровизации. Понимание того, что цифровизация касается не только отраслей здравоохранения, образования, но еще реального сектора экономики. И, наверное, Ильдар не случайно сегодня в нашей компании находится. Вторая цель, она более понятная и очень важная. Да? Сделать так, чтобы любые государственные услуги, которые оказывают государство и муниципалитеты, были бесконтактным способом предоставлены жителям. Но бесконтактный способ сам по себе не нужен. Это не сама цель. Чтобы это было быстрее, чем сейчас, и удобнее, чем сейчас. То есть фактически уничтожить ту бюрократию, которая существует в органах государственной власти. Третья цель, очень простая и тоже понятна. Сделать так, чтобы общедоступный интернет, широкополосный доступ интернет был в каждом домохозяйстве. Там написано, 97% домохозяйств имели бы возможность подключиться к скоростному интернету. И четвертая цель, увеличить инвестиции в цифровые технологии к 2030 году, в сравнении с 2019 годом в 4 раза. Вот эти цели определил нам глава государства. Поэтому, на самом деле, говоря очень простым языком, мы видим, что отрасль, если можно так выразиться, IT в Татарстане и в России, она сформировалась. Мы видим, что есть вызовы глобального характера, потому что налоговые юрисдикции, не только налоговые, многих других стран в какой-то период времени стали более интересными для российских IT-предпринимателей. И давайте уж не будем таить секрета, есть часть компаний, которые мигрировали, уехали и уезжают. Да? Это фактически та интеллектуальная элита, которая выбирает место лучше, чем Россия. И наоборот, мы видим, что сегодня правительство Российской Федерации, о чем ты, Булат, сказал, этим вопросом и озадачилось, и на самом высшем политическом уровне
сформированы, на мой взгляд, правильные цели и задачи. И поэтому этот не только налоговый маневр, да, который объявил представитель правительства, количество выпускников IT-вузов, две цифры. Сейчас общее количество выпускников 47 тысяч в год по всей России. Экономика нуждается как минимум в 120 тысячах выпускников в год. То есть мы должны увеличить выпуск IT-специалистов в 5 раз в ближайшие 4-5 лет. Общий объем людей, программистов, занятых в эту отрасль, 500 тысяч человек. И еще не хватает, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона. Поэтому здесь помимо таких сугубо фискальных целей, да, есть еще такие мягкая форма инфраструктуры, будем называть экосистемы, да. Поэтому эти цели мы, для нас тоже мы не только сформировали, и мне кажется, в Татарстане мы в этом направлении движемся. Первый, да, большой инфраструктурный проект «Иннополис». Об этом мы можем сегодня поговорить. И, кстати, на наш сегодняшний день, да, вот 3 сентября, посвященный IT-индустрии, у нас будет отдельная сессия, связанная с Иннополисом, с подготовкой кадров, город, который появился в чистом поле. Поэтому на этом мы еще поговорим. Цели могут быть дискутируемы, дополняющими. Я хотел бы тоже, может быть, от вас услышать, какие еще новые дополнительные задачи и цели мы могли бы сформировать в рамках политики Республики Татарстан. Меня, знаете, вот в этой риторике немножко что смущает, я когда слушаю про цифровую экономику от людей в синих пиджаках. Они как бы воспринимают цифровизацию как будто есть задача оцифровать крупные российские предприятия, оцифровать государство. Но если мы возьмем ФАНГ, да, вот это там Facebook, Amazon, Google, Netflix, там, это все компании, они ничего не оцифровывали, никакое государство, да, это как бы такие как бы самостоятельно самобытные IT-компании. Это просто как бы государство понимает этот вопрос и говорит, условно, ни у кого денег нет, кроме госпредприятий, госкорпораций, поэтому надо начинать цифровизацию с них. Или это просто такое когнитивное искажение? Можно один пример приведу? Я ездил 2 раза в Стэнфорд, в университет, и, конечно, был во многих компаниях, которые в Кремниевой долине расположены. У меня был когнитивный диссонанс. При том, тех инвестициях, венчурных инвестиций, которые там делаются, по ряду зачастую я сталкивался с тем, что это было несколько лет назад. По факсу многие компании обмениваются информацией. Не электронные почты, еще факсы там существуют в Кремниевой долине. У компаний, таких классических, да, и цифровизация государственного аппарата в Америке, она не столь явно выражена. То есть у нас многие примеры, там, Эстония, например, да, когда 99 услуг. Поэтому каждый, нет правильного такого вектора, да. Значит, Кремниевая долина идет по пути того, что это бизнес, вложение инвестиций, высокорискованный доход, выход на IPO, продажа и, соответственно, обогащение капиталистическом в контексте, да, потому что все это направлено на это. В Российской Федерации этого не хватает. Критическая масса стартапов, на мой взгляд, и в Татарстане, и в России, она не столь высока. Но при этом уровень понимания менеджмента российской бюрократии свернул то, что мы оцифровываем государственный аппарат. Я как министр вижу эти проблемы, потому что государство общается со своим налогоплательщиком, со своими жителями. Я недавно подавал декларацию 3 НДФЛ. Не отходя, как говорится, от компьютера, направил, облачный ЦП подписал, декларацию приняли, камеральная проверка. Более того, написали, вы переплатили налог 120 тысяч рублей. То есть я там заполнял форму, как-то там, значит, что-то не туда нажал, и налогов больше заплатил. Он говорит, мы сейчас вам возвращаем. То есть бесконтактный способ. Еще 5 лет назад было сложно представить, что в налоговой будет так удобно. Поэтому это хороший пример цифровой трансформации Федеральной налоговой службы, примером для многих государственных структур. Поэтому IT-индустрия, она очень многообразна. Это промышленность, это сами стартапы, это сами идеи и оцифровка бизнес-процессов, связанных в государственном аппарате или в реальном секторе. Целеполагание очень важно. Мы хотим быть удобным государством для наших налогоплательщиков. Мы хотим, чтобы было проще взаимодействовать с государством. Поэтому мы эту задачу для себя и так сформировали. Окей, спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, у нас не интервью, да, тут один на один, поэтому... Если можно, я вот да, тоже конечно. Добавлю к вопросу о там, государстве. Я поддерживаю все то, что сказал Олег Ринатович. И, наверное,
Если посмотреть историю SAP в Европе, если посмотреть историю Oracle там, в Америке, да даже Microsoft или, возможно, еще ряд компаний, они, их старт, их выход на такое там, мировое могущество произошел благодаря государственным заказам, которые они получили в своей стране. Именно там они обкатали там, работы с большими данными, с какими-то сложными там, задачами, которые сделали их продукты там, и вывели конкурентоспособно на этом. Понятно, что там, в России, наверное, существует некая там, сложность в части госзаказов, потому что они однолетние. То есть если заказы были бы как можно дольше, там, трехлетние контракты, пятилетние, вот за мою историю, ну, я там, давно работаю с госсектором, и за мою историю был один пятилетний контракт, там точно не накосячишь, там точно не сделаешь так, что как бы закрыть акты, завершился контракт, и дальше все. Ты должен 5 лет, и в итоге, если ты даже где-то что-то сделал неэффективно, у тебя экономика уйдет в минус, а это госконтракт, это там 44 ФЗ, ты не можешь эту там, цифру увеличить, твоя задача быть настолько эффективным, и настолько технологически все правильно сделать, чтобы в итоге это работало в долгую. Мы создавали систему мониторинга и подготовки чемпионата мира по футболу 2017 года. Был там с 14 по 18 год был контракт, который там вот побольше, если таких контрактов, то вероятно, что это будут и технологические заделы и для стартапов, и для каких-то вещей, там, для бизнесов, которые выйдут в B2C, которые выйдут в другие сегменты рынка. Но госзаказ, он все равно он хорош для того, чтобы инвестировать, развивать продукты. Правильно я понял мысль, что если как бы больше инкорпорировать компанию в какие-то стратегические госцели, ну, там, на более длинный период, то у тебя появляется какой-то интерес реально качественный продукт реализовать, а не просто там закрыть акты и выполнить задачу там, да, условно. И такие контракты привлекают, ты понимаешь, что ты на выходе получаешь и компетенции, и продуктовые составляющие, и опыт в области там, работы с большими данными, которые сейчас с большими нагрузками, с большими сложными. Это трансформация вообще мышления должна быть, то есть когда ты начинаешь мыслить горизонтами не годового планирования, а там 10-50 лет. Даже 3 года это уже большое. Дополню, эта тема очень близка и корпорациям, не только государству, да, потому что действительно корпорации всегда, я достаточно там так поверхностно знаю историю с Oracle, но понимаю, что эти ребята все равно росли изначально как внутренние компетенции, да, то есть они это делали под единственного заказчика, и изначально цели сделать это как продукт у них, наверное, не было. Ну, подозреваю, что иначе бы никто не дал бы потом им это делать как самостоятельная компания. Вот проблема, когда мы сегодня говорим о таких сложных, больших проектах, заключается в том, что корпорация, например, мы, понимая, что это большой, сложный проект, не очень понимаем, почему мы должны финансировать то, что в дальнейшем станет продуктом, не будет принадлежать нам. То есть все корпорации стремятся все IP, да, все интеллектуальные права оставить себе. И тем самым лишают, собственно говоря, возможности у той компании, которая занимается разработкой, что-то делать потом рыночно, продуктовое. Идеальный сценарий взаимодействия, на мой взгляд, выглядел бы таким образом, когда корпорация бы предлагала себя как первого клиента, на котором можно обкатать технологию, на котором можно набить все шишки, но при этом был бы понятный инвестор, был бы понятный какой-то бенефициар, который рассматривал бы вот эту разработку как бизнес, и мог бы потом с этой разработкой идти еще куда-то, а не только к этой корпорации. Я думаю, аналогично это с государством можно. Думаю, Тимур об этом может очень много рассказать. Вот, кстати, там, к вопросу об инсорс-разработчиках в корпорации или в государстве, у меня есть стойкое убеждение, то, что если этот разработчик, неважно, это в какой он там организационно-правовой форме, это внутренний департамент или компания дочерняя, там, не знаю, у какой-то там корпорации, если эта компания работает только на одного заказчика, она теряет, она и не приобретет никогда бизнес-иммунитета, она понимает, что ей гарантированно есть на что содержать людей, она не заботится об эффективности, она понимает, что им все равно заплатят, и фактически это такой как бы паразитирующий такой, получается, компания на неком вот там бюджете или корпорации, или государственного какого-то органа власти. Предпринимателя, а не власти. А никакой мотивации нет, а потому что там оунер вот этих заказов, единственных, он не разрешает мне, как, допустим, компании, которая на этого оунера работает, продавать это и тиражировать, когда выходит. Нечего, не расходы ресурсов, я так думаю, все буду у тебя поглощать. В итоге никакой мотивации к тому, чтобы развиваться, в общем-то, и нет. И как бы все равно заплатят деньги, все равно будет. Понятно, но этот вопрос был, мне кажется, немножечко другую тему закладывал, чтобы вот разработки потом не заканчивались там на одном заказчике, чтобы они дальше развивались. Я хочу обратить внимание, поскольку государство очень важно, оно везде, во всех странах, государство является номер один заказчиком на нашей технологии. Так вот, обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки давно уже принят закон, что та разработка, которая была заказана за бюджетные деньги,
Через 5 лет она рассекречивается, даже если это заказы Министерства обороны, ну, конечно, может, там есть исключения, они становятся доступны бесплатно для бизнеса. Я вам искренне говорю, что уже лет 15 назад, когда нужно было решить какую-то очень сложную задачу, которую сам можешь потратить очень много времени, мы залезали на сайты. Есть такие сайты с очень уникальными разработками такого системного уровня. Ссылочку. Получали доступ. Где-то вот здесь она должна возникнуть, как там ютуб-блогеры говорят. Когда мы это делали, мы получали из Соединенных Штатов предупреждение. Ребята, вы неправильно сделали. Мы говорили, нет, ребят, мы больше не полезем. Но вот было так. Позже был принят закон, и вот 5 лет прошло, все рассекречивается. Я хочу обратить внимание, что в России собирались такой закон принять 15 лет назад, и его нет до сих пор. То есть вот если же государство потратило деньги на разработку, дальше исходные коды этого программного кода должны быть в открытом доступе. То есть должна быть прям определенная база, где вот эти программные продукты с описанием, со всей технической документацией должны располагаться, и они доступны должны всем, и стартапам, любому. Разве не было такой инициативы, как раз у Шадаева? Ну, Ильич, такой на самом деле фонд существует, фонд репозитарий, то, что выполнено на государственные деньги, он может быть неэффективно работает. Кстати, я приведу пример. Мы с этого фонда сейчас берем одну разработку, которая была сделана одной компанией. Вы государство. Я могу как частник взять оттуда? Хороший вопрос, я думаю, что да. Закон да, это принципиальный момент. Сейчас как будто звучит так, что любой регион Российской Федерации может оттуда взять. Нет, регион может, частные компании. Вот я как государство имею право точно, потому что деньги были потрачены государственные в Тюменской области, они сделали государственную информационную систему организации градостроительной деятельности. Мы берем этот продукт, мы же его взяли на самом деле. Обкатали в Собинском районе, обкатали в Альметьевске, на Набережных Челнах. Он нас устраивает, но там возникает момент, что он сделан был в 2016 году, он устаревает. Теперь мы вопрос, ну, некой доработки. Но тем не менее, мы его берем бесплатно. И средства, которые мы на это потратим, там, ну, не скажется смешные, но относительно незначительные, нежели я бы заказывал вот разработку с нуля. Вот об этом давно говорят, про этот фонд. И вопрос то, что вот, как вы с точки бизнеса поднимаете, давайте я внимательно тоже посмотрю, мне эта тема интересна, чтобы и коммерческие структуры могли пользоваться этим фондом репозитария. Вот это хороший вопрос, чтобы задать его федеральному министру, и он должен вот вместе с флаг такой поднять, и мы это сделаем. Айрат, а можно такой вопрос вот по поводу Америки затронуть? Насколько, ну, все, наверное, знают, что большинство там современных вообще изобретений, которые там, ну, конъюнктурно изменили технологии, типа интернет и прочее, это были заказы именно не то, что прямо Соединенных Штатов, а им подразделение DARPA, да, то есть было такое подразделение вот передовых исследований военных. И у них была довольно интересная позиция, что они как венчурный фонд работали DARPA, да, то есть можно было отдать деньги, можно было сделать и провалиться, но тебя не посадили бы потом в Соединенных Штатах. То есть как бы когда государство действует как венчурный фонд и не привлекает к ответственности за неудачу. Есть ли какие-то такие инициативы в России сейчас, возможно ли они? Ну, смотрите, об этом на одном из совещаний Владимир Владимирович Путин поднимался вопрос, да, что венчурное инвестирование в России не только рискованное в прямом смысле и в переносном, что за это, как сказали на этом совещании, можно на 15 лет уехать. Да? Угу. Смотрите, мы на этот вопрос, я для себя отвечаю так. Государственные деньги – это деньги налогоплательщика. Не должно государство рисковать деньгами налогоплательщика. Поэтому источником венчурных инвестиций, на мой взгляд, не должны быть налоговые отчисления. Источником венчурных инвестиций может быть только частный капитал. Ну, гибридные модели, может, какие-то, нет? Есть примеры гибридных моделей. Если весь капитал у ГОСов, Израиль. И около ГОСов, то есть, да. Как гибридная модель Израиля существует. Мы ее тоже изучали, я выезжал, смотрел. Там как раз и благодаря этому первый фонд создавался на 100 миллионов долларов за счет государственных средств, и на 100 миллионов долларов привлекли частные средства. И объема IP-патентов на душу населения Израиль занимает первое место в мире. И они в этом плане, страна-то небольшая, 9 миллионов человек, сопоставимо с Татарстаном почти, да, у нас 4-5 миллионов человек. Поэтому тема очень неоднозначная с точки зрения государственных инвестиций в венчурное финансирование. Но создавать условия, чтобы мы не боялись, мы все, совершать ошибок, а IT — это поиск, вот, наверное, совершение, путь
от неудачи к неудаче, достижение какого-то эффекта, он существует, да, поэтому нет четкого ответа на этот вопрос, Влад. Хорошо. Мы на самом деле много раз там косвенно затронули тему там Кремниевой долины, там DARPA и всего остального. И следующий вопрос я хотел бы, Дмитрий, вам адресовать. Насколько я понимаю, компания Fix, у вас портфель проектов довольно мощный, там есть и B2C-шные, и B2B-шные, там B2G-шные проекты, у вас есть фонды, вы работаете в разных странах, при этом представлены. И мне было бы интересно задать вам такой вопрос. Насколько опыт вообще Кремниевой долины, насколько вот этот кейс, он вообще имплементируем в России? То есть можно ли рассматривать это как хороший кейс, да, как практику? Вот. Спасибо за вопрос. Сложный вопрос, на самом деле, да, то есть как бы то, что было тогда создано, да, в определенных предпосылках, повторить это сейчас, мне кажется, просто не та тема, на самом деле, которую стоит повторять. Да? Мы сейчас должны понимать, что сегодня мы живем совсем не в тех условиях, в которых мы жили там, 10 лет назад, 50 лет назад. И в следующем году мы уже будем жить в совершенно иных условиях. Да? То есть процессы ускоряются, и, соответственно, вызовы стоят совершенно другие. Если мы сейчас посмотрим на ситуацию в России, то, наверное, все со мной согласятся, что у нас достаточно высокий уровень технологический в стране. То есть у нас достаточно неплохие решения, у нас хорошие разработчики, наверное, СНГ-шные разработчики одними из топов. Вот приезжал коллега как раз из Telegram, который это подтверждал, по большому счету, говоря о том, что именно российские разработчики выиграют большинство конкурсов международных Telegram. И есть проблема другая, на которую как раз стоит обратить внимание, и здесь как раз исходя из этого строить уже какие-то там, не знаю, какие-то точки роста, да, это проблема регуляторов. То, о чем сейчас говорят, основная проблема в том, в чем мы проигрываем с вами все в регуляторе. Для того, чтобы сейчас бизнес глобальный, да, сейчас в любом случае, если вы фокусируетесь и работаете на территории одной страны, если ваш конкурент работает на территории 50 стран, то у него больше доступ к рынку, и в конечном итоге он вашим же программистом может платить больше денег, соответственно, получать большую маржинальность и в конечном итоге выигрывать эту конкуренцию. Это, наверное, тоже абсолютно очевидно. Но, к сожалению, проблема в регуляторике заключается в том сейчас, что ее нужно, во-первых, нужно понимать, собственно, что происходит, а во-вторых, нужно достаточно быстро действовать. И здесь как раз видно, с одной стороны, позитив, который сейчас в России идет. Да? Вот многие, на самом деле, оставили без внимания, например, законопроект, планирующий контролировать иностранных компаний, да, с паушальным фиксированным взносом в 5 миллионов. Хотя, на мой взгляд, очень зря совершенно это оставили. Можете раскрыть немножко вот этот закон? Здесь речь идет о том, что предприниматель, международный предприниматель, который делает бизнес по всему миру, живя в России, со своих иностранных компаний, может платить всего лишь фиксированный налог. И это на самом деле абсолютно правильно, потому что если мы говорим о том, что вот если я предприниматель, разработаю, не знаю, компьютерные игры, к примеру, я могу жить в любой другой стране, и я просто платить буду меньше налогов. Когда я задумываюсь о переезде, я для себя просто взвешиваю простые экономические вещи. То есть, с одной стороны, это себестоимость на переезд и все остальное, а с другой стороны, это количество налогов, которые я буду платить. Потому что чем больше я их плачу в конечном итоге, если у меня есть альтернативное предложение, тем менее я становлюсь конкурентом. И государство вот сейчас оно анонсировало некоторые базовые принципы, которые, на мой взгляд, абсолютно верны и правильны касательно конкурентоспособности. То есть первое – это конкурентоспособность – это внутреннего рынка, то есть экономически налоговое целесообразное ведение бизнеса на территории страны для, соответственно, внутреннего рынка. К сожалению, на текущий момент этого не происходит. Мне вот жалко даже несколько здесь коллег присутствующих, которые мучаются, оперируя там натуральным образом, мучаются оперируя через российские юридические рисы, там, где, по большому счету, они несут больше налоговую нагрузку, чем их коллеги, которые, собственно говоря, тоже работают на том же самом рынке, только используя какие-то офшорные модели, например. И это неправильно, потому что это совершенно нужно исправлять, нужно создавать экономические стимулы для этого. Один из первых элементов этого как раз был налоги, связанные с налоги на дивиденды, да, в отношении иностранных юрисдикций, таких как Кипр и остальных, да, когда достаточно была странная история, что у вас есть завод в России, бизнес в России, все в России,
значит, вы сами в России, вы платите 13% налога, вы уезжаете в Россию, создаете компанию на Кипре, и вы платите 5% налога. Я говорю о бизнесе в России, даже не IT-бизнесе. Да, и это достаточно странно, потому что вы получали 8% экономию по налогу, просто если вы уехали из России. То, ну, супер глупо. И на самом деле супер много таких странных историй у нас происходит сейчас при оперировании с программным обеспечением, да, при оперировании по, там, по Uber-модели, да, в гиг-экономике, когда по большому счету оперировать через иностранные вещества становится экономически и налогово целесообразнее на территории России. Вот, это первая проблема, которую необходимо исправить, потому что мы как предприниматели, безусловно, будем выбирать, и мы выбираем, потому что, собственно, цель предпринимателя – делать деньги, поэтому очевидно, что когда ты при одной модели ты тратишь большие, несешь большие издержки, большие нагрузки, и там куча-куча ограничений, обременений имеешь дополнительных там, с точки зрения законов персональных данных, еще чего-то такого специфичного, российских судов и прочие моменты, которые добавляют неопределенность каким-то вопросам. А с другой стороны, собственно говоря, вот она модель, там, вот там переехал в Англию, создал компанию в Ирландии или там, да, в Люксембурге, и оперируешь по всему миру, получаешь еще большой курс капитализации, получаешь там какие-то вещи, связанные с защитой своих прав, там, как инвесторы, акционеры, там, не знаю, основатели и так далее. И это, конечно же, серьезный вызов. То есть сейчас у нас идет вызов больше, на мой взгляд, в России не технологический, а вызов регуляторный. Соответственно, от того, насколько мы с вами будем говорить, что необходимо делать с точки зрения регуляторной, для того, чтобы создать, собственно говоря, соблюдись принципы конкурентоспособности. На самом деле, вот, например, Китай – хороший пример, где они стараются соблюдать эти принципы, Америка тоже. То есть вот Америка как добивается, например, просто очень, очень простым способом. Да? Если мы говорим, то есть конкурентоспособность – это юридическое лицо, физического лица, предпринимателя непосредственно. Ну, можно говорить еще о финансовом секторе, если дальше идти, потому что мне эта тема немножко ближе. Соответственно, если мы говорим о конкурентоспособности физического лица, то когда физическое лицо, ну, имеет там международный или там локальный бизнес, переезжает в другую страну, платит меньше налогов, но это абсолютно недопустимая ситуация, поэтому очевидно, что ее нужно как-то выбрать. Либо границу закрыть, либо, соответственно, законодательный поле поменять. То есть, ну, два варианта, да. Либо вот в случае с Америкой, например, там очень просто. Ты гражданин Америки, уехал куда-нибудь, неважно, там экстратерриториальный принцип налогообложения. То есть они достигают вот таким образом, да, ну, создавание условий. Можно таким, если у тебя есть на это возможность. Если у тебя нет, то, соответственно, идет конкуренция иная, да. То есть ты должен предложить такие условия налогового резидентства, которые позволяют конкурентно вести бизнес. Как физическому лицу, опять же, так и юридическому. Потому что на текущий момент ни у кого из нас с вами нет ограничений по созданию компании, там, холдинговых, операционных, в любой юрисдикции мира. Да, и, как бы, условно говоря, какой-нибудь Гонконг там, или Сингапур, налог Worldwide Income будет ноль. То есть вы абсолютно спокойно можете сейчас оперировать, создавая эти компании, более того, переехав самим физически, получая дивиденды в любую другую страну, там, Кипр, Мальта, Великобритания, Швейцария, сейчас Италия, куча других стран, вы просто получаете еще нулевой доход, налог на свои доходы национальные. И это, на самом деле, большая проблема, об этом стоит говорить. Если, точнее, ну, нужно конкретное решение предлагать. Я высказывался несколько раз о том, какие вещи необходимо поправить. Потому что, когда мы с вами говорим о создании условий, ну, мы построим сейчас что угодно, и для кого угодно, и где угодно, да, но если эта экономика, она не сходится, вы поймите, что предприниматели, они переезжают не из-за того, что тут Россию не любят, или еще раз, то, что просто экономика не сходится. Экономическая целесообразность ведения бизнеса пока еще нет. Если мы говорим о финансовом секторе, то тоже самая абсолютная история. Какая доля нерезидентских доходов финансового сектора российского в общей массе? Ну, практически нулевая, да, потому что, условно говоря, опять же, более того, даже иностранные компании, которые оперируют сейчас на российском рынке, вы знаете, практически половина всех операций по карточкам, вот ваших, в том числе онлайн, да, они уже проходят с участием иностранных юрисдикций. Мы это просто не видим, это выписки не показывают. И это, как бы, очень большая проблема, потому что почему это происходит? Точно так же, потому что иностранное юридическое лицо, тот же Airbnb, тот же Uber, там, другие компании, они используют юрисдикции, которые не платят налоги, очевидно, абсолютно. Ну, и это все почему? Потому что эти юрисдикции, они конкурируют за это, они как раз предлагают такой налоговый арбитраж в каком-то виде, предлагая, создавая условия для того, чтобы это не платить.
да, и получая там центр разработки на территории своих государств. Дмитрий, можно я так финализирую? То есть в целом, как бы, можно сказать, что страны перешли на такой режим конкуренции через регуляторное поле, то есть страны конкурируют за предпринимателей, конкурируют за кадры через регуляторные модели. То есть и надо это осознать, как бы, и понять, что вот именно это поле конкуренции. Можно еще вопрос вот к вам? Я хотел просто, чтобы мы не перескочили, просто потом не придется возвращаться к нему. Вопрос про налоговый режим, который, собственно, премьер-министр как раз в Иннополисе и объявил. Как вы к нему относитесь? То есть это плюс? Я не до конца понимаю, почему считается, что он объявил, да, то есть как бы нам, ну, на самом деле несколько раньше это произошло, да, и объявление, и дискуссии, наверное, здесь больше, скорее это было, наверное, разъяснения, да, и как бы более плотное общение с аудиторией, и на самом деле не надо говорить, что что-то закончилось, да, то есть это процесс. Это процесс, который идет, то есть если я правильно понял, то я читал до этого выступления, где как раз говорилось о конкурентоспособности, где Владимир Владимирович говорил о конкурентоспособности, где Михаил Владимирович говорил там, соответственно, о конкурентоспособности. И это, и, собственно, те изменения, которые происходят, собственно, с ГИКом, например, связанные, да, с дивидендами 5%, которые, по-моему, в марте еще были, даже объявлены как такое антикоронавирусное, в том числе, решение. Это все вещи, которые направлены на конкурентоспособность. Поэтому к этому тренду я отношусь абсолютно положительно. Да, единственное, что, ну, во всем есть всегда нюансы, потому что всегда очень много заинтересантов, всегда нужно смотреть. Вот у меня, например, мнение вообще такое, о том, что на внутреннем рынке создавать какие-то особые схемы именно на внутреннем рынке налоговой оптимизации, это не очень правильная история. То есть, условно говоря, когда ты создаешь какую-то особую зону и освобождаешь ее от налогов, ну и еще нечетких границ этой зоны опрессовываешь или там сектора, то в конечном итоге ты получаешь, что вот, ну, как на территории России продается там определенное количество товаров, так и продавалось, но налоговая база с этого просто никакой не будет. Потому что, ну, как бы, потому что все побегут в эту юрисдикцию. А экономический стимул, который получит эта юрисдикция, да, это вот образование, там, не знаю, она будет недостаточно таким большим по сравнению с тем, как налогом, который бы получило государство и направил потом адресно на развитие этой территории. То есть в этом есть большая проблема, на мой взгляд. Поэтому, как бы, внутренний рынок — это вот такая штука, то есть тут многие ждут, давайте освободим от налогов внутренний рынок. Нет, но мое личное мнение — нет, нужно быть единым полем, нужно платить, нужно, конкурентоспособно, то есть чтобы иностранцы, оперируя на российском рынке, платили больше или столько же налогов, чем мы русские, это да. А следующий момент — это вопрос внешней экономики, да, это возможность оперировать из российских личных лиц российским предпринимателям, экономически целесообразно на западные рынки платить столько же налогов, сколько в любой другой стране, на котором можно контролировать компанию, потому что очень простая. Дмитрий, ну я задам тебе один вопрос. Один только вопрос, который, на мой взгляд, очень просто было бы ответить. Ты сказал очень правильные вещи, но как истинный патриот, ваш IT-бизнес зарегистрирован в Казани, вы являетесь резидентом российской юрисдикции. Можете вы мне сказать, что привлекает и что есть интересного и условий с точки зрения ведения бизнеса в Татарстане? Потому что вроде бы с точки зрения экономики вы давно могли бы свой бизнес перерегистрировать. У Тимура Маратовича тоже бизнес зарегистрирован в Казани. Вы была тоже технологический предприниматель, да? Тоже бизнес зарегистрирован в Казани. Ну, у меня были эти половины компании. А есть ли какие-то другие факторы, не экономические, которые позволяли бы территории, а именно я говорю про Республику Татарстан, быть более привлекательным, чем другие субъекты или другие налоговые юрисдикции? Ну, я насчет того, что у нас компания зарегистрирована в Казани, это такое достаточно спорное, как бы, утверждение. А банк 131? Нет, банк 131, да, но тут вопрос стоял, знаете, где регистрировать, потому что банковскую лицензию ЦБРФ не дают на компанию в Ирландии. Да, то есть, если бы это законодательно было сделано, тогда да, и тут вопрос стоял, в каком субъекте России Федерация регистрировать, собственно говоря, банковскую лицензию, да, чтобы ее дали, потому что она все-таки нужна пока еще для части операций. Хотя тоже не для всех далеко.
Вот. И, как бы, конечно же, в этой связи мы выбрали Казань, потому что по ряду факторов, да, потому что это наша родина, потому что мы понимаем, потому что у нас здесь уже хаб по разработке, у нас здесь определенное количество ресурсов, потому что здесь много, в том числе, например, обязательных по нормативу найма людей, собственно, из-за вот этого всего банкопада. Вот, поэтому мы смогли это закрыть вакансию достаточно оперативно. Поэтому здесь, ну, много рациональных принципов, почему это мы решили делать в Казани. Если же мы говорим о процессах оперирования, ну, на самом деле, наши юридические лица, я думаю, что тут больше, ну, они оперируют большую часть, конечно же, не в России. Если мы говорим о, там, например, нашем бизнесе, связанном с кэшбэком, с AliExpress и так далее, конечно же, он оперирует не в России. Мы оперируем на территории большое количество стран, и, конечно же, мы с удовольствием оперировали именно в России. Но здесь возникает много вопросов, связанных с валютным контролем. И опять же, надо понимать, что у нас конкуренты точно так же. Если мы будем нести более высокие нагрузки, и опять же, если есть абсолютно легальная правовая схема работать с Ирландией, там, с Люксембургом, не знаю, с чем, и юрисдикция для международного бизнеса, у меня нет причин экономических использовать для этого Россию. Если мы говорим физически о людях, которые здесь находятся, действительно, у нас достаточно большое количество разработчиков в Казани. И, ну, это, наверное, правильно. Опять же, почему? В чем наше конкурентное преимущество на глобальном рынке? Ну, мы говорим по-русски, то есть мы можем нанять людей русскоговорящих. У нас есть доступ, опять же, к ресурсам, кадровым ресурсам. И, ну, понятно, у нас есть конкуренция в связи с теми же предпринимателями глобальными, которые тоже говорят по-русски, живут сами тоже где-то там далеко, там в Америке, в Лондоне, еще где-то там, и, собственно, нанимают этих людей, да, и как бы себестоимость, так сказать, у них становится ниже, чем у их конкурентов, поэтому дополнительные конкуренты преимущества. Поэтому в этой связи, конечно, центр разработки, поэтому делать на территории России очень выгодно по-прежнему, и абсолютно правильно, потому что у нас высокий технологический уровень. Но если мы говорим о операционной стороне вопроса, на операционной стороне, то, к сожалению, здесь мы можем себе позволить оперировать только в нескольких, ну, в российском правовом поле, только в нескольких направлениях, где просто это либо в силу регуляторных ограничений невозможно, либо в силу, опять же, требований каких-то специфических. Поэтому в основном, ну, если бы мы сейчас оперировали в нашей рекламной сетке и там, условно говоря, те же бэки в правом поле, ну, слушайте, у нас бы было много-много сложностей, честно. Мы просто не смогли это делать, просто физически невозможно сделать, по ряду проблем. Дмитрий, можно вот уточнить еще? То есть правильно я понимаю, что если мы все-таки говорим, да, о каком-то будущем, да, то есть вот вчера, по-моему, ну, по крайней мере, я вчера увидел эту новость, приняли закон о регулировании там определенное отношение к робототехнике, скажем, там довольно забавно, там закон Азимова просто переосмыслили в правом поле. Это не закон, концепция, да, концепция, развитие, да, робототехники и искусственный интеллект в России. То есть то, что принимаются вот различные такие законы, связанные там с беспилотными машинами, с прочим, то есть это и создает вот этот технологический потенциал на будущее. То есть если, например, в России там можно будет тестировать беспилотные машины намного проще, чем в мире, то мы привлечем сюда, собственно, стартапы в области беспилотных автомобилей как бы эффективнее, чем другие страны. Например, да, вот как... Или искусственный интеллект, ну, в медицине, да, где очень... Создает ли это задел, на самом деле, вот как бы, ну, действительно? Да, но вы, если вы не пофиксите экономику, то вы получите просто, что у вас тут все оттестируют, а дальше предприниматель подберет компанию и свалит в Лондон. Да, ну просто потому, что это экономически... Еще раз, вот все мои коллеги и так далее, там у нас большое количество друзей живет по всему миру, да, очень много людей живет в Лондоне, на Кипре и так далее, все русские, да, предприниматели. Практически у всех стимул был переезда один – экономика. То есть не было другого, по большому счету, стимула. И когда мы говорим экономику, регуляторию, все, они говорят, ребят, ну вот мы не можем делать международный бизнес, да, вот смотрите. Притом очень многих, опять же, ну, традиционные русские предприниматели мало, скажем, развито венчурное финансирование, тоже отдельная вещь. То есть поэтому это, как правило, ребята, которые так или иначе там зарабатывали деньги сами, да, либо как-то использовали, ну, достаточно высокомаржинальные бизнесы. Ну и они как бы, то есть у них нет каких еще ограничений, которые есть о том, что, ну, слушайте, вы еще инвестиции не привлечете, потому что и как бы, и вот даже вот есть коллеги, где вот парень Восток, крупнейший фонд, да, российский, оперирует. Вот, вы понимаете, что сказать? они структурируют почему инвестиции в своей переехали? Правом поле России, потому что в правом поле это просто невозможно сделать. То есть это следующий тоже момент, поэтому я не стану говорить, что основная проблема, если мы хотим что-то сделать, нам нужно делать конкурентоспособность. Я часто с
сталкиваюсь с мнением о том, что это такая риторика, патриотизм — это дело выбора, мы не можем на него делать ставку, да, то есть. Так сказать, за это под каким-то там под разными соусами. Очень хорошо. Потому что здесь проблема в этом. Когда если мы создадим месяц, мы всем будем говорить об этом, тем условия нужны. С одной стороны, предпринимателю, по идее, бы об этом говорить и не нужно, да, ну зачем, да? То есть, ну, как я предприниматель выбираю лучше, да, где мне экономически. Ну, а то, что как бы там государство что-то не создало, ну не создало, значит не создало. А с другой стороны, все-таки все мы немножко патриоты. И поэтому нам нужно об этом говорить, нам нужно делать так, чтобы эти изменения происходили. Поэтому, как бы, собственно, и то, что было в Иннополисе, ну, как раз, наверное, это был некий тип... Блад, ты модерируй. Да. Но я думаю, у нас будет хатш еще. Да, я уже что-то говорю, поэтому... Не, на самом деле просто интересно, и хочется действительно дать закончить мысль. Ну да, я думаю, очень ёмко, да. Дим, спасибо тебе за ёмкий такой... Хороший ответ. В принципе, Дима что делает? Дима делает из технологий деньги. Вот. А есть компании, которые используют технологии, чтобы производить пельмени. Uh-huh. То есть конечный результат. Но на общепризнанном там, языке такие компании называют клиентоориентированные. Потому что клиентам нашим нужны не то, чтобы нам деньги отдать, а им нужны наши, им нужны пельмени, которые мы для них сделаем. Вот. Ну, вот моя компания, она относится к компании, которая производит пельмени. Вот. Uh-huh. Это принципиальная разница. Вы что делаете, технологии, деньги или делаете пельмени? Это такая яркая такая... Ну, это сейчас философская дискуссия, потому что технологии уже давно стали, это, знаете, вот я отношусь к технологиям как к языку. Это просто средство ведения бизнеса. Мы не можем не разговаривать и вести бизнес. Мы не можем использовать, не использовать цифровые технологии и вести бизнес. Это как бы кросс-дисциплинарный уже... как бы такая отрасль, да, нельзя сказать, что вот это IT, а это не IT, там, то клининговая компания через мобильное приложение — это IT, да, то есть, в принципе, или не IT, да. То есть, что это как бы там? Нет, ну, IT нужно использовать так же, как производство. IT — это производство продуктов. Продукт может быть программный продукт, может быть железка, на которой работает программный продукт, а может быть услуга, но это производство, можно к этому относиться, к производству. А мы больше внимания сосредоточим на том, что это среда, которая позволяет общаться, позволяет доносить определенные технологические идеи там, до, ну, до промышленности или до какой-то другой сферы деятельности человека. Окей. Да, давайте, у меня еще для вас зоопарк вопросов, поэтому очень много хочется вас всех спросить. На самом деле, много вот затронули тему там кадры, рост. И следующий мой вопрос, Тимур, к вам. То есть Барс Групп — это для меня, там, я когда вот учился еще на ВМК, все восхищались тем, как вы росли, все хотели у вас работать. И вот вы одна из тех компаний, по-моему, которые просто там взрывной рост, там действительно от... Сколько сейчас вот у вас? Сколько? Тысяч? 2000, да. Где-то. То есть вы буквально 2050, вот, действительно как-то очень быстро выросли. И мне хотелось бы вам задать вопрос про что сейчас сдерживают другие компании расти так же, как вы. Вот если мы говорим про bottleneck прямо, да, что мешает другим компаниям расти так же, как вы, там, как Facebook, как Amazon, как Google? Ну, приятно за сравнение с Facebook. Вот если раньше, то есть раньше и методы управления внутри компании, и методы, там, которые позволяли там расти, выращивать бизнес, они там в большей степени были там нацелены на поиск клиентов. И на определенном этапе времени конкуренция за клиентов, она меньше, чем конкуренция за кадры. То есть кадры сейчас — это самый такой вот, ну, капитал, который даже там можно, то есть имея там хорошие кадры, но там безусловно там на пустом месте без какой-то там клиентской, не знаю, там пула клиентов, пула потенциальных проектов и возможностей, которые там предоставлены, там могут быть, ну, либо собственными там коммерческой машиной, либо какие-то там сотрудничеством с кем-то, либо возможно, не знаю, еще что-то. Вот борьба за кадры, то есть появление там дополнительных менеджеров, там управленцев, которые действительно обладают качествами, и набрать команду, причем не только управленцев, и то разработчики, и тестировщики, и так далее, и так далее. Вот если совместить возможности, которые существуют, возможно, у неких коопераций компаний, ну, например,
там не секрет, что 25% акций Барсгрупп принадлежит корпорации Ростех, и я не скрою, что, ну, там, в свое время Татарстан очень сильно помогал. Нас привозили, показывали в эти парки за стеклянными там дверями, стеклянными стенками, пока как обезьянок показывали разным делегациям, которые приезжали из разных регионов это России. Это всегда забавно выглядит, что это за парком таким. Да. То есть такая клетка такая, нас привозили, показывали. Вот здесь, говорит, там вот эти сидят, вот здесь Барс сидит, вот здесь там это. И потом мы брали визитки, как-то потом встречались, продажи там это. То есть здесь повлияло там Татарстан. В какой-то момент времени там что-то в чем-то Ростех там и так далее. Повлияло какие? Решения, которые были в Татарстане, Барс Групп сделаны, и работают там электронные очереди детских садов, 17 субъектов Российской Федерации. Система связана с бюджетом, система связана со здравоохранением. То есть, наверное, мне кажется, что это тема отдельного разговора, что сегодня, кстати, звучало. Мы не претендовали на те интеллектуальные права. Я уже начал за него говорить. Ну, давая возможность России делать бизнес в других субъектах Российской Федерации. Нас даже поддержали, когда к нам приводили эти делегации, говорили, что вот они для нас это сделали, купите у них тоже. Как бы. И то вот есть республика вашим сейлс-агентом выступала фактически? В какой-то момент, да, это был прям взрывной. Я всем говорю, что я внештатный коммерческий директор по продажам в любой IT-компании. Это, кстати, очень круто, что вы себя так осмысляете. А как еще? Интересный, кстати, факт по поводу вообще трудовых ресурсов. Вот, мы знаем, что у нас идет там сейчас нацпроект здравоохранения, в регионы выделены субсидии федеральные на реализацию, на внедрение медицинских информационных систем, там, систем работы с медизображением, там, скорая помощь, то есть оцифровка большого количества процессов. Цифра в 2020 году, которая из федерации ушла в регионы в виде субсидий, 18 миллиардов рублей. Ну, это прилично, это даже в 2012 году, когда там всего на круг там порядка 19 было. Здесь только за год как бы вот там 18, в прошлом году было 9, в следующем будет 7. Интересная статистика, что средний взвешенный показатель revenue per employee такого бизнеса, там, проектно-продуктового по внедрению IT в медицине, ставит примерно 3 миллиона рублей. Ну, то есть как бы 3 миллиона рублей в год на человека. Если поделить 18 миллиардов на 3 миллиона рублей, получится 6 тысяч. Величина 6 разработчиков тысяч. В IT, это 6 тысяч человек. Должно быть. Да, это внедренцы там. Теперь посмотрим, кто есть на рынке. Есть монополисты, скажем так, те, кто сильные игроки рынка, лидеры там 2-3 крупных там игрока, которые сейчас еще там укрупняются, консолидируются. На круг там вот, ну, со стороны Ростеха, со стороны Ростелекома, компании, которые специализируются на этом, это, ну, дай бог, мы наберем там 2-2,5 тысячи человек. Вопрос. Вот этот гэп между... Получается, ты просто сказал монополисты, сказал потом про ресурсы. То есть вопрос все-таки в том, как сгруппирован рынок, или в том, что не хватает ресурсов? Рынка... То есть продавать легко сейчас. Ну, то есть вот есть 18 миллиардов на рынке программного обеспечения в здравоохранении в российском, в государственном. И есть на круг 2500 человек, которые могут что-то сделать. Понятно, что мы не сможем проглотить 18 миллиардов. Ресурсы — это и есть bottleneck. Потому что у нас нет ресурсов, потому что у нас нет специального менеджмента, который способен такими масштабами управлять, и мы его там готовим. У нас нет элементарно разработчиков, внедренцев, и мы не можем так смасштабируться быстро, которые... Кстати, здесь вот... Если сказать, что Ростех стал единственным исполнителем по этой программе здравоохранения, то становится все ясно. Вот это ключ-то. Ростех – единственный исполнитель по программе здравоохранения. Да, но единственный исполнитель для регионов… Ресурсов у него нет. Да, и причем не только у Ростеха их нет, их на рынке нет, в принципе. И просто вот этот гэп, мы говорим, в пять раз, вы говорили, да, там это, надо больше выпускать специалистов. И здесь в этом плане, да, Дмитрий Еремеев, он хитрый как бы, он ресурсы-то использует в России, а налоги платит как бы где-то там. Вот я думаю, что история с подготовкой в вузах, кадров там, да, как сделать IT-хаб, ну, вообще в России, а в Татарстане там в частности, то есть готовить кадры, обучать там и так далее. Да, надо. Мы в Барс Групп открыли учебный центр. Мы готовим сейчас, мы со средним, людей со средним специальным образованием даже для каких-то профессий такой, да? Обучаем. Да, причем очень благодатная почва такая, такой пластилин, который становится лояльным компании, который, в принципе, получив среднее образование, приходит к белым воротничкам, где бесплатный кофе, печеньки там, и он чувствует себя комфортно, и он точно не пойдет куда-то бежать, потому что это вот такая его... Вот, да, но этого недостаточно. И очень хотелось бы, чтобы эти кадры приезжали в Татарстан, в частности. Я, ну, среда для жизни здесь и Иннополис, и сам город Казань. Все-таки я считаю, что это вполне... Ну, тут есть что показать. Часто приезжают там гости, и они восхищаются нашим там городом, нашей инфраструктурой, дорогами, там даже разметкой беленькой. Для IT это очень важно, где разработчик живет, куда он входит в ресторан, куда дети ходят, какой садик, в школу. Да.
То есть не только экономика чисто заработной платы. Да. Ты можешь получать, наверное, 200 тысяч рублей и в другом субъекте, и 200 тысяч в Татарстане, но качество жизни определяет в том числе понимание того, что здесь тебе лучше с твоей семьей. И не 200 тысяч, возможно, и 400 тысяч, может быть, 500 тысяч зарабатывать. Это... Возможно, и того больше. Ну, и если есть там экосистема, где я могу выбрать себе хорошее жилье, где я могу потратить там зарабатываемые эти деньги, все как это, мне здесь будет комфортно. И главное, чтобы была та работа, которая... Вот, то есть потенциально деньги и рынок есть, только чуть-чуть вот встать со стула, пойти, и ты продал, как бы, все, вопрос, делай на здоровье, то есть вопрос только набрать вот эти ресурсы, кадры, а их, допустим, Дмитрий Еремеев, хоп, и на какие-то технологии, рекламы, и там работы с этим, возможно, как раз. Самое смешное, что все, кто тут сидят и предпринимают, мы все друг у друга хантим просто. Нет, я думаю, да, я думаю, что вот если, допустим, по отношению к ACL и к Bars Group взять, то разработчики делятся на три категории, там, ну, допустим, я там работаю в Bars Group, например, да? Или, я там, работал. Я работал в Bars Group. Больше туда не хочу, я хочу там в ICL. Центр цифрового труда Республики Татарстан. Или я хочу в Bars Group, но меня туда не берут, например. Или какая-то вот такая. И в отношении там ICL, CCT, там разных компаний можно сказать примерно то же самое. Это все по кругу, это все приводит к росту чека. Вот сегодня буквально там накануне задан вопрос, а сколько у Bars Group в офисе в Иннополисе человек? Было 60, я был... там прописался, паспорт могу показать, до сих пор там прописан. И мы там, я был адептом, парни, давайте, девчонки, переезжаем, там все, даже переехали, 60 человек. Мне схантили их Сбертех, Акбарстех, все куда-то разбились. Сейчас нас человек там 20, наверное. И рынок перегревается, такая проблема есть. И стоимость зарплат, а допустим, если взять Минцифру Татарстана, она не готова платить дорого за как бы какие-то там заказы, которые здесь. И точно так же какие-то другие субъекты федерации или бизнес. Придем на КАМАЗ, скажем, что так дорого-то. Ну, вот. То есть мы должны радикально увеличить количество умных, способных людей, которые в индустрии IT, это 30 профессий, от бизнес-аналитика до системного аналитика, заканчивая просто разработчиком, инженером по качеству, да, то есть нужны в разы увеличить. И если это произойдет в Татарстане, тут у нас есть университет Иннополис, да, Сбербанк открыл школу 21. Это будет помогать вашему бизнесу двигаться и расти быстрее, о чем Булат спрашивает. Будет ли привлекать другие IT-компании переезжать в Татарстан, да? Потому что налоговое поле сейчас в целом по Российской Федерации выровнялось, да? У нас налогопреференции Иннополиса в каком-то смысле обнулились, потому что налог на прибыль, который 1%, 3% там, теперь, да? Нет, смотрите, а тут интересный момент, что для стартапов Иннополис интереснее, чем 1%. Близость, да, с кадром является конкурентоспособным элементом формирования техаба. Вот здесь, как Дмитрий говорил, во всем есть еще и экономика. Ну, то есть, в принципе, даже наличие хороших кадров, но если они поработали уже там, на Сбербанк с зарплатами там, по 2 миллиона рублей в месяц, условно говоря, даже при их наличии я не могу позволить их нанять и позвать к себе в команду, потому что они, ну, мне это дорого. Это, кстати, существенная проблема. Я подтверждаю, выгодно, что госкорпорация, у которой там, или там крупные бизнесы, которые уже являются холдерами основного капитала, они между собой-то перегревают рынок. Они задавливают деньгами. Они просто выжигают землю для всех стартапов. То есть зачем iOS-разработчику идти в стартап, когда он действительно 1 000 000 рублей в месяц Сбербанк? Кстати, вот есть по поводу налогового маневра, да, и поэтому у меня есть определенное такое вот, ну не знаю, боль, что ли, самый злой налог, который там вот мой тип бизнеса платит в России, это НДС. Ну, то есть мы ничего ни у кого не покупаем. Мы не можем возместить НДС. Значит, для разработчиков отечественного программного обеспечения не будет НДС. Это как бы вопрос за лицензии, да, но у нас нет культуры потребления лицензий. Ну, вот как бы лицензии все это. Я вижу, что если бы компании, которые действительно занимаются действительно разработкой ПО, которые потом превращают, там, позволяют выпускать пельмени или там еще что-то, чтобы, возможно, был бы какой-то отдельный реестр этих компаний. Понятно, что если взять и всем, кто занимается, все, кто имеет аккредитацию там, Минцифры Российской Федерации, отменить НДС. Ну, наверное, это будет лазейки для кучи всяких этих. КАМАЗ выведет, например, весь свой бэк-офис, назовет, что это IT-компания, и не будет вносить этого там НДС. Или еще какие-то корпорации будут всякие разные хитрости там применять. Но если действительно компания занимается разработкой ПО,
Ну, вот, ну, и продали на рынок. Мы в федеральный бюджет, ну, как каждый, вот особенно четвертый квартал, когда самая основная там выручка закрывается, контракты реализованы и так далее, но это большое количество сотен миллионов рублей там в квартал, который я плачу крокодилями слезами. Я понимаю, что если бы мне хоть чуть-чуть дали бы возможность, я бы больше инвестировал. И, возможно, я бы инвестировал в стартапы, которые могли бы привнести, там, ну, смасштабировать что-то там в других сегментах, в других областях. Потому что МТС тебе платит заказчик. И ты ее просто должен вернуть государству. А НДСом облажается вообще твой покупатель. Он тебе эти деньги передал, а ты ее просто вернул государству. Но... Вот это не ты платишь НДС. Но тем не менее. А он мне говорит, я тебе заплатить могу 100 рублей, но со 100 рублей 20 я заплачу НДС. Я не защищаю, что НДС плохой налог. Он плохой злой, налог, злой. Он для всех плохой налог. Не только для нас. Тоже разработкой ПО занимается. Он плохой налог. Если мы хотим смасштабировать прям вот вау-эффект по росту и масштабированию IT, возможно, государству и не надо будет инвестировать много денег, рискованных действительно. Государство возьмет на себя ответственность там, за венчурные инвестиции, а потом что-то пойдет не так. Пусть за эти ответственность возьмет бизнес, и он гораздо может эффективнее с этим справиться, если ему чуть-чуть дать поблажку по НДС. Я за то, чтобы, может быть, я не знаю, сформировался какой-то действительно реестр. Землю крестьянам, НДС предпринимателям. Да. НДС, хотя хоть половина даже НДС, это будет, ну вот в случае с Bars Group, например, при выручке там в этом году там близко к 6 миллиардам рублей, ну можно посчитать, сколько НДС мы заплатим. Причем мы практически вот сколько выручки есть, столько НДС мы и платим. Потому что даже те, кого мы, если мы нанимаем даже для масштабирования ресурсов аутсорсеров, аутстаферов и так далее, мы не возмещаем этот НДС. Тимур, я хотел бы подвести итог. То есть раньше нужно было уметь продавать клиентам, чтобы расти, теперь нужно уметь продавать компанию сотрудникам, чтобы уметь расти. Первый тезис, мне кажется, супер важен тезис номер два, это для АИРа, мне кажется, интересный тезис, что привлекать в Татарстан инвестиции можно не только, получается, деньгами и заводами, а еще и людьми. И этот фактор реально страдает. То есть вот именно брендинг Татарстана, чтобы Казани, как место для жизни, чтобы для переезда, была проще для релокации. Для них. То есть как бы в человеческом капитале прирост, это как будто такой вот не в этой оптике, да? Потенциал есть, но можно... Да, потенциал есть, но можно доращивать, я согласен. Удивительно, мы сейчас объявляем вакансии, ну, особенно какие-то топ-менеджерские позиции, мы сейчас масштабируемся, и одним из условий вот, релокация в Татарстан, в Казань. И причем вот тех, с кем мы реально договариваемся, у нас есть десятки примеров, когда там семьи поднимают якорь, семьями переезжают. То есть нам надо подумать, как можно в хорошем смысле, в кавычках, пылесосить российский рынок, да? То есть конкуренцию никто не отменял. Вот по Волжье очень хорошо пылесосится. Я на своем примере знаю, у нас, например, половина сейчас работает там из Ульяновска, Нижнего Новгорода, и там из Самары, Тольятти, то есть как бы, все как бы... То есть люди готовы очень, переезжать, очень если интересно работать. По Волжье очень легко. Из Уфы, там, допустим, это... Ну, вообще, вот регионы еще там близ, ну, то есть сложнее из Москвы в Казань вытащить, например. Понятно, но как бы в Казани с Поволжских регионов переезжает на очень... Или сибирских, например. Ну, да. Вот у нас новый руководитель IT-парка, он там родом из Красноярска, значит, Борисов, да, то есть там закончил разработчиками и тоже переехал в 2014 году, X5 Retail Group работал, закрепился, родителей перевез. Это вот новый директор IT-парка, да? Да, вот вопрос релокации людей, значит, он очень интересный. Вот помимо общих таких системных вещей, что у нас красивые парки, скверы, интересная досуговая жизнь, там развито общественное питание, что еще может разработчиков привлечь, кроме вот таких очевидных вещей, где может государство положить свою руку? Очевидно, рабочие контракты, работа сюда приводит. Как вот Виктор Васильевич упоминал, что если там где-то есть много работы, то туда приедет много кадров. Но вы немножко сами себе противоречите. Говорите, есть 18 миллиардов рублей, а освоить их невозможно. 4 тысячи человек не хватает. Что-то к нам 4 тысячи разработчиков с Беларуси не переехали. Тут проблема брендинга R13. То есть надо уметь продавать эту работу в Казани. Что вот именно в Казани ты занимаешься инновациями. Вот, обращаясь к разработчикам из Беларуси, если вдруг что значит, не складывается, мы ждем вас с удовольствием в Татарстане. У нас есть для этого и условия, есть университет Иннополис, есть город Иннополис, есть Казанский IT-парк, Челнинский IT-парк. И вообще Татарстан и Казань очень привлекательный город. И это не шутка на самом деле, да? То есть где эти 4000 разработчиков? Заказы есть? Есть. Люди? Недостаточно. Мы конкурируем, мы боремся за каждого персонажа. Значит, просто так причинно-следственная связь не работает, что есть заказ, люди переехали к нам. Это очень сложная тема. Это вот курица и яйцо, да, но здесь как бы более очевидно. То есть сначала должна появиться работа, а потом должны появиться люди. Считаем, что работа уже есть. Мы действительно, мы даже для того, чтобы делать один из проектов, я не буду говорить из соображений конфиденциальности, мы нанимали в Казахстане
кадры, порядка 25 человек в Астане, ребята работали как... Ну, там, кстати, налоговые режимы там тоже гораздо приятнее. И там НДС на месте там 10%. Но мы придумывали так, что мы зарабатывали деньги в Казахстане, но не забирали их дивидендами, а платили там зарплату, которые работали на русский проект. С точки зрения рекламы, приезжайте в Казань, могу добавить только что. У нас каждый год приезжает от 30 до 50 человек из других регионов. Мы для них строим жилье, мы представляем им жилье, мы помогаем людям здесь у нас осваиваться. То есть даем кредиты по то, чтобы они покупали жилье, а вначале просто помогаем с размещением. Я построил в этом году 75-квартирный дом, один этаж там, я там был, мы специально для тех, кто к нам приезжает из других регионов. Мы сразу же даем им квартиру, там есть однокомнатные квартиры, квартиры-студии, двухкомнатные квартиры. Позже помогаем им уже покупать жилье в Казани, там, где им нравится. Там кто-то хочет жить в центре, такая есть возможность. Работаем с банками, чтобы они имели возможность получать хороший ипотечный кредит. Даем гарантии по ипотечным кредитам. Вот, то есть жилье привлекает? Ну, берите пример. 50 человек в год мы привлекаем им из-за пределов Казани. К нам едут уже в течение 20 лет. Мы экономически, к сожалению, чуть более легким путем пытаемся идти. Мы открываем как семечки офисы в разных регионах, то во Владивостоке, то в Ростове, то в Краснодаре. Как бы. Следующий вопрос. Мы тут как бы много проговорили про внутренний рынок, про внешний рынок, про вот эту проблему курицу и лица внутри, там контракты, люди не хватает. Да? То есть мне интересно было бы следующий вопрос задать вам, Виктор. И вопрос я поставлю так. Часто, когда мы говорим про цифровизацию, мы говорим про внутренний рынок. Да, я вот даже смотрел интервью там, как бы президента ТАСС-20, который вот он говорит, значит, что я вижу развитие экономики так, что мы финансируем госкорпорации. Госкорпорации, значит, контрактуют корпорации поменьше, те поменьше, те поменьше, те поменьше. Таким образом происходит диверсификация капитала и рост как бы рынка. И в Японии, вот если немножко там покачать историю, да, была реставрация Мэйдзи, после которой сформировался такой клан Дзайбацу. Это японская олигархия. Она сформировалась ровно потому, что японцы изначально натравили свои внутренние компании на внутренние госконтракты. Но это ведь не создает дополнительной ценности. И так как у вас вот в группе компаний есть компания GDC, вообще в целом представлена довольно серьезно в мире, не считаете ли вы, что во всей этой риторике не хватает именно стимуляции экспорта? То есть мы все говорим про внутренние контракты, про внутренние разработки, про внутренние нацпроекты, но по факту надо стимулировать компании продавать не в России, а продавать за рубежом. То есть чтобы, как в Беларуси, все восхищаться в Беларуси тем, что белорусские компании, внутри там нефтяных компаний нет, приходится продавать наружу. Существуют ли в России действенные стимулы продавать наружу? Как раз Дмитрий об этом очень много говорил. Практически вся его речь была направлена. Да, но на Дмитрий, то, чтобы... Дмитрий сказал именно вот, как сказать, он сказал в срезе именно экономическом, то, что как бы операционной эффективности. Нет, да, он то есть... говорил о регуляторике, о том, что государство сейчас, оно является в этом плане, можно четко сказать, наше государство не конкурентоспособно для того, чтобы стимулировать размещение производительных сил, которые бы работали на экспорт. Вот конкретно, что он сказал. Он говорил там много, в принципе, да, если вот скомпоновать. Ну, смотрите, так. Вот в кейсе Дмитрия, что может быть? Российская компания может зарегистрироваться на Кипре, продавать по всему миру, зарабатывать меньше. Я скорее про другой кейс. Есть ли в целом мотивация продавать на Запад и выходить, продавать там на западный контракт, когда в принципе и так окей? Как бы в принципе и так есть нефтяные деньги, есть нефтяные контракты, которые и так обеспечивают местный рынок как бы каким-то деньгами. И не является ли это сдерживающим? Это ложное понятие, что вот стимул для компании работать с экспортом, он безусловно есть. Вы знаете в чем? В том, что западные контракты, первое, в области IT, эти контракты, в отличие от наших контрактов, которые там длится от 3 месяцев максимум до года, там контракт заключается от 3 лет, 3 года, 7 лет, 5 лет. Вот, с возможностью пролонгации потом еще на 2-3 года. То есть это долгосрочные контракты, которые позволяют компании планировать человеческие ресурсы, планировать технологическое развитие. То есть они обеспечивают планирование. Вот когда у нас в стране контракты короткие, планирование, тем более долгосрочное планирование, оно невозможно. Поэтому стимул работать на экспорт, он у компании есть. Другое дело, что государство мало делает для того, чтобы поддерживать этот экспорт, чтобы компании не искали офшорные юрисдикции, вот не жили, как Дима, там за рубежом, не создавали там бизнесы, а именно работая здесь, в России,
именно из России поставляли вот услуги. Это же ненормально, когда люди здесь, а бизнес там. Почему он так? Потому что государство или ничего не делает, или недостаточно делает для того, чтобы стимулировать экспорт, делать его привлекательным. Потому что то же самое налоговое законодательство, валютное законодательство, они ужасные. Вот я опять хотел пример азиатский привести. Вот в Китае, в Японии, в Южной Корее, почему там вот этих там азиатских тигров что выделяют? У них была интересная общая особенность. Их дотационная политика была связана с объемом экспорта. То есть они говорили, вы будете получать дешевые бесплатные кредиты и помощь, если вы будете экспортировать. Есть ли в России такая вообще вот регуляторная политика? Нет такой политики, нет в России. Я более того смогу сказать конкретно, я работал в советское еще время, 2 года в Индии, как специалист, как руководитель гарантийной бригады. Мы поставляли туда наши мощные машины, позволяли, помогали индусам исследовать шельф Индийского океана. И вот в Индии компании, которые работали на экспорт именно в области IT, тогда уже им государство доплачивало. То есть форма доплаты, она может быть разная. Ты заработал доллар, у тебя его купит государство не там по курсу, который там стандартно определен, а может быть с какой-то добавкой. То есть в Советском Союзе была система стимуляции экспорта, получается? Нет, Советский Союз в этом случае, он работал как единое государство. Мы были, наш завод был частью Минрадиопрома, вот, он работал с Министерством иностранных дел, там было много политики, положим, Индии не продавались такие технологии, Америка владела технологиями исследования недр, она не продавала им такие машины, технологии не продавала. Мы им продали также мощные машины, благодаря которым они смогли разработать свое атомное оружие. Вот. Это была политика. А подтверждением этой политики это было поставки технологий, которые стране были недоступны. Вот я на примере Индии я видел, как наши машины шли в университеты. Университеты выпускали уже тогда большое количество IT-специалистов, и индусы стимулировали именно экспорт IT-технологий. То есть программисты тогда уже что-то писали. И вот когда, в принципе, такой переломный момент был, это где-то конец 80-х годов, когда появились категории малых машин, персональных компьютеров. И вот в эту нишу индусы вошли. Их ресурс, который в это время в университетах был достаточно уже большой, они стали получать очень большие контракты от того же самого Microsoft. Потому что кто доминировал тогда на рынке? IBM. IBM работала с мейнфреймами. Это великолепные машины, они сейчас востребованы. А тут появилась новая ниша. Microsoft стал продавать операционную систему, там, грубо говоря, за $200. А операционная система с минимальной комплектацией у IBM в это время стоила $1.5 миллиона. Так вот, очень плохая операционная система, с которой нужно было дальше писать на ней какие-то прикладные решения, она стала драйвером роста IT. Ну, смотрите, мы же говорим именно про экспорт. То есть я просто хочу... Вопрос экспорта. Можно я это расскажу кейс? Государство доплачивало. У нас такого нет. У нас другая совершенно ровно это. У нас был проект в Казахстане на $2 миллиона на внедрение медицинских информационных систем. Мы, значит, выполнили первую половину, вторую половину сделали. И чуть-чуть не доделали, потому что там не вовремя поставили компьютеры для врачей. Мы, значит, подписали свои приемно-сдаточные акты, но нам заказчик сказал, мы вам оплатим, когда вы вот приедете, финально вот мы кнопочку нажмем, там ленточку перережем, что все работает. А по контракту у нас было, значит, что они должны заплатить какого-то там вот конкретного числа. И тут как бы у нас есть акты, дебиторская задолженность, и нам заказчик просто говорит, я вам заплачу чуть-чуть позже, сейчас убедимся, что это. К нам приходит Росфинмониторинг и говорит, парни, вы выводите активы за рубеж. Мы говорим, как? Ну вы отгрузили, подписали акты, а деньги в Россию не вернулись. Мы говорим, так мы интеллектуальную собственность, это мы услуги отгрузили, мы не недвижимость передали, там, не автомобиль, не дом, там, не землю. Вот. Российское законодательство, то есть если ты подписал акт о неком передаче там, чего-либо, то ты должны либо заплатить вовремя, либо тебе штраф 70% от суммы. У нас $700 тысяч штраф грозил, как это. Мы, конечно, полетели в Казахстан, к заказчику попросили сделать доп. Соглашение, что деньги они нам заплатят потом, ну вот такой вот казус, не только не поддержка, но и даже нету различия между услугами и программой. Просто цели расходятся, то есть предприниматель, в принципе, в России, если он эффективнее там других, я не знаю, перевезет сюда сейчас кучу людей, там эффективнее обучит, он может здесь напродавать этих контрактов Ростеху и заработать в России. То есть предприниматель все равно где заработает в России.
Но стратегически как бы государству важно, чтобы мы занимались экспортом и играли как бы в высшие лиги в мире. Чтобы мы конкурировали там с IBM, там в Европе, в Индии, в Африке, да, то есть везде. То есть, а получается, стимулов для этого нет. И мы также просто в своем же, просто как бы из своего одного кармана в другой карман перекладываем, а денег в экономике больше не становится. Если мы пойдем на Запад, и наш продукт будет успешен и пойдет где-то там за рубежом, то мы превратимся в Диму Еремеева, который выведет, ну, то есть, значит, откроет в другой юрисдикции, потому что экономически вопрос, здесь как бы, много налогов, опять же. Ну, если мы решим тот вопрос, который говорит Дима с точки зрения операционной прибыли в России, с точки зрения стимуляции экспорта, то есть это же все как бы, ну, винтики одной большой системы, мы просто под разным углом на нее смотрим сейчас, получается. Не, вот как раз сейчас инициатива президента страны в том, чтобы снизить налог на прибыль, в частности, он будет очень хорошо работать на то, чтобы оставаться в юрисдикции российской, зарабатывать за рубежом, а прибыль получать здесь, и она будет облагаться всего лишь 3% налога. Это очень сильный шаг. ИСН 7,6. Супер. Ильдар, вопрос к тебе. Добрались наконец-то до госкорпорации? Я сижу замолчу, потому что боюсь что-то сказать. Да, ты с таким лицом сидел, что решил тебя это спрашивать. Опять вот все-таки продолжая эту тему, ты представитель реального сектора, ты представитель как раз вот тех, так понимаю, госкорпораций с госучастием, которые за счет собственной цифровизации должны стимулировать как бы общую цифровизацию страны. Насколько вот честно, реально эта цифровизация вам нужна? Реально ли вы получаете с нее профит? Получается ли у вас создавать новые там продукты, рынки вообще в цифровом сегменте? Ну, вообще, что ты об этом думаешь? То есть вот интересно мнение. Ну, очень большой комплексный вопрос на самом деле, потому что, да, если у государства есть задача... Сегодня нет простых вопросов, так что извините. Столица Аргентины не получишь сегодня там, так что... Конечно, эффект, безусловно, есть. Да? Надо сказать, что цифровая цифровые инструменты – это, конечно, инструменты, и компании реального сектора, они, в общем-то, преследуют ту же цель, которую преследуют всегда – это стать более конкурентными, стать более успешными. Точно так же, как и IT-отрасль, у них есть задача ориентироваться на экспортную выручку, поэтому, в общем-то, цифровая трансформация, конечно, помогает к движению вот в эту сторону, и эти цели преследуют. Другое дело, что, наверное, в последнее время, ну, IT был в компании всегда, в КАМАЗ там невозможно представить без системы управления сборочными производствами, то есть понятно, что это там не появилось вчера. Что сегодня, наверное, таким является знаковым, что происходит в госкорпорациях, это понимание важности IT как ключевого фактора успеха. Да? То есть, если раньше, ты об этом тоже сам говорил, если раньше IT это была такая сервисная функция, которую можно было заказать там, на стороне как поставку, я не знаю, каких-нибудь констоваров, то сейчас все понимают, что IT это твое конкурентное преимущество, то какое качество технологий ты имеешь внутри в этой части, определяет то, как конкурируешь ты основным продуктом. И это сейчас приводит к тому, что многие компании начинают по-другому смотреть вообще на саму разработку продуктов. Если раньше, там, вот, лет там, ну, наверное, 15-20 назад, ни у кого не вызывал вопрос, что ты ставишь ERP-систему, да, то вот есть рынок, там, на нем есть известные лидеры, и, в общем-то, там достаточно поставить SAP для того, чтобы конкурировать. Да? То есть сейчас все понимают, что этот уровень все прошли, у коробочных решений есть определенные недостатки. Кастомизировать эти коробочные решения традиционным способом становится очень дорого. То есть там вся эта там толпа интеграторов, которая вокруг сидит, и сложность, связанная там, с взаимодействием со штаб-квартирами, которые есть у них, приводит к тому, что в итоге, вот, ну, по крайней мере, я могу сказать за КАМАЗ, я думаю, что это сейчас свойственно не только нам, это свойственно всем большим компаниям, компании решают, что какие-то специализированные для них вещи они будут все-таки делать сами. Да, это чревато рисками, это чревато проблемами поддержки, проблемами того, то есть IT решение. Фактически стало из некой сервисной функции, такой как бы, как для банков, да, он для вас стал. Банки в один момент поняли, да, что да, мобильное да. приложение, ты есть, и здесь, что они для клиента. Здесь интересно происходит история. Вот Дмитрий занимается банками, да, то есть там, он, наверное, не знаю, заканчивал, он что-то связано с финансами, но я думаю, что освоил науку и стал в банки заходить. Я вижу, что вот если мы говорим про весь остальной реальный сектор, там тоже есть такое разделение. То есть автомобиль там какое-то время назад был недосягаем с точки зрения входа на рынок. Да? То есть, чтобы стать автомобильной корпорацией, нужно было очень много. Вы не могли просто там в гараже сконструировать машину и назвать себя автомобильной корпорацией, потому что процессы производства автомобиля были все-таки недосягаемы. Сейчас, по мере того, как идет цифровизация, цифровизация всегда это шаги стандартизации процессов, автоматизации. Собственно, мы все сами знаем пример, да, что спроектировать автомобиль и производить автомобиль теперь стало разными вещами. И реально выход на рынок автомобильных производителей сегодня, планка выхода на рынок автомобильных производителей очень сильно снижается.
И по мере того, как она снижается, собственно говоря, меняются сами ключевые факторы успеха. Да, мы все знаем, что вот в автомобильном, ну, мы как автомобилисты знаем, в автомобиле есть три основных тренда, которые определяют будущее. Это автономность автомобиля, альтернативные источники энергии для автомобиля, электрификация, как самый известный из них, и изменение форм владения. То есть это то, что определяет то, каким автомобиль будет. И все они лежат не в призме традиционных ключевых факторов успеха. Поддержка то, что Эльдар говорит, сказал бы сейчас, у Apple, и Google, и у Amazon у всех есть автомобильные проекты. То есть они все поняли, что ценность автомобиля лежит в софте и сервисе, да, то есть все остальное поставят 80% поставщиков. У BMW, если не ошибаюсь, 79% поставщиков не собственные. То есть, чтобы вы понимали, там это один из самых технологически развитых автоконцернов. Да. Я вижу, что это происходит на самом деле на всех этапах цепочки создания стоимости. То есть, если раньше корпорация старалась там все делать самостоятельно, да, это, наверное, может быть какое-то наследие там нашей экономики еще, может быть, на Западе это несколько иначе, но, грубо говоря, там корпорация — это государство в государстве, которое есть свой, там, все функции, которые есть у государства, дублируются в корпорации. И сейчас становится понятно, что так как IT является ключевым фактором успеха уже почти во всех функциях, то идет дробление. Я знаю стратегию Daimler, да, что там они объявили, что они из большой корпорации, как они называют, там, back to garage, снова становятся компанией, состоящей из множества маленьких компаний, с одной единственной целью — сделать каждую из них как бизнес конкурентоспособным. И IT становится в этом бизнесе связывающим. Определяющим, ну, как Греф говорил, конкуренция — модель управления. Такая конкуренция лучше раскрывает человеческий потенциал в целом, получается. В этом плане, вот, наверное, чем я хотел закончить, да, эту мысль. В этом плане, я думаю, что вот традиционное отношение бизнеса IT, когда IT было поставщиком услуги, да, оно несколько видоизменяется. Тут есть два интересных вывода. Первое, что IT-компании могут выйти на рынок, на котором раньше были традиционные корпорации, и просто составить им конкуренцию. То есть это уже история там не такого партнерства традиционного, как поставщика услуг, а история, когда IT-компании просто становятся конкурентом традиционной корпорации. А второе — это когда сама корпорация создает, собственно говоря, IT-компании, которые начинают играть на этом рынке. То есть происходит такое перемешение. И я думаю, что оба этих тренда, они присутствуют, да, то есть мы будем видеть, как они появляются. И у нас в стране, в Республике Татарстан, в том числе, вопрос времени, да, то есть я думаю, что... А если раз заодно тогда продолжение твоего тезиса. В Набережных Челнах, как раз в партнерстве с КАМАЗом, создан Челнинский IT-парк. И у КАМАЗа есть хороший пример акселерационной компании, когда вы объявляете рынку те технологии, те модели, которые вы хотите привлечь КАМАЗ. Приход к вам стартапы, вы их доращиваете, потом инкорпорируете как бы в производство. Вот об этом, это хороший пример, когда Тимур об этом тоже говорил, что IT-компании могут стимулировать маленькие компании от идеи до реализации конечного продукта. Вот у КАМАЗа есть проекты спецшеринг. Он стал, кстати, недавно, 3 дня назад, резидентом на Пульс. Можешь поподробнее об этом сказать? Это очень интересно, потому что мы могли бы на примере КАМАЗа и другие предприятия промышленного сектора эту методу, если так можно выразить, да, ничего нового в ней нет, но транслировать нашим промышленникам. У нас есть крупные компании Таттелеком, Татнефть, Татэнерго, которые в их сетевая компания, в их индустриях можно было стимулировать наших молодых разработчиков именно... Некое такое шефство, да, над... В том числе. Над малышами, которым дать чуть-чуть поиграть в песочнице. Вот как акселерационная компания работает? Что интересно в этом кейсе, вот, который вы сейчас назвали, что многие вообще крупные корпорации цифровизацию воспринимают в P&L и в L. То есть или они воспринимают, скажем так, что это затраты, которые позволят нам сэкономить, да, то есть как-то потом, то есть они как экономят. А когда создаются новые продукты, вот как они говорят, это прямо это лежит, как бы цифровизация лежит в P, да, то есть прямо, оно как бы, то есть они прямо создают новый продукт, который новой точкой генерации выручки становится прям. И это интересный кейс, как бы вообще вот с точки зрения восприятия. Ну, я отвечу на вопрос. На самом деле мы, у нас акционная программа в двух плоскостях работает, в плоскостях, которых Булат сказал, да, то есть мы стремимся найти технологии, которые могут быть прикручены к нашим процессам и снизить нашу себестоимость. Это, собственно говоря, там все технологии, которые сейчас на слуху: роботизация, мобильные решения, идентификация. То есть это все то, что позволяет снижать затраты. И задача акселерационной программы здесь — это просто ускорить процесс внедрения. Да, но вы инвестируете в стартапы, я вот об этом хочу сказать. Это традиционно, первая вот эта часть связана с расходами, а традиционно практически все сейчас ей занимаются, я вот, ни одной большой корпорации не знаю, которая это не делает.
А второе, все-таки мы считаем, здесь мы пока для промкомпании не нашли даже, честно скажу, компании, кого можно было перенять. Мы тут немножко так, такому по минному полю ходим сами. Есть уже определенные выводы, и плюсы, и минусы этой истории. Мы пытаемся из стартапов сделать компании, которые будут вместе с нами зарабатывать, и сделать их как часть нашего бизнеса. Это очень сложно, в отличие от того, что просто купить решение стартапа и перекрутить внутри. Мы стараемся монетизировать силу нашего бренда, дав стартапу возможность выступать под брендом КАМАЗ и снизить для этого репутационные риски, плюс технологии. Программа, собственно, вот, ну, как вы сказали, да, то есть мы ищем компании с хорошим потенциалом, рассматриваем возможность кооперации и синергетического эффекта не просто от того, что мы даем деньги. Если все складывается, соответственно, мы инвестируем небольшими шагами и смотрим, как этот проект растет. Если все хорошо, делаем. В этой логике Сбербанк очень работает, и за это их неподготовленные читатели критикуют, зачем они купили кинотеатр такой-то. Для нас это понятно, это данные, которые монетизируются очень просто в их потом банковском бизнесе и так далее. Да? И у них появляется там или Сбермаркет, который осуществляет доставку еды, да, казалось бы, для традиционных рынков, где банк, а где доставка, это же данные о клиенте, которые монетизируют, что ты скоринг будешь лучше делать, понимаешь, какой человек потребляет колбасу, и будешь ему кредит еще предлагать с нужной ставкой, понимая о нем лучше, чем другие банки. Да, хорошо осмысляет в этом плане. Вот много наговорили сегодня, да, уже надо как-то подводить на дискуссию к концу, и аккумулирующий такой, финализирующий вопрос я бы хотел задать вам, Ират Ринатович. Как мне показалось из этой дискуссии, там, то, что Дмитрий говорил про там регуляторный режим, про проблемы кадров, которые там Тимур говорил про все. Не получится ли так, что если, получается, мы, допустим, сейчас очень много вкладывается в образование, там, в вузы, там, в Иннополис, прочее, там, стартапы какие-то, да, но если мы не изменим, получается, именно регуляторную часть, как будто мы очень много денег вложим в том, чтобы воспитать людей, а эти люди просто уедут работать дальше в Amazon, Google и Apple. То есть мы просто кучу денег потратим на то, чтобы вырастить кадры для американских и китайских компаний. Вот проблема утечки мозгов как будто стоит здесь просто, но ее невозможно обойти, игнорировать. Это слон в комнате, да, о котором нельзя не говорить. Что вы об этом думаете? Значит, первое. Значит, все, что касается федерального поля, благодаря Рустаму Глебовичу Миниханову, нашему президенту, мы эти идеи доводим и транслируем федеральному центру, это первое, и находим отклик. И здесь поддержка экспертного сообщества очень важна, да, и вот поддержки ребят, которые предприниматели, которые в этом очень хорошо понимают. Второе, все, что касается республиканского налогового режима. На территории Иннополиса как раз в прошлом году были изменения в республиканское законодательство, налог на УСН по упрощенке 1%, позволяющий нам конкурировать. И это наши полномочия, на что можем мы влиять. Да? Третье. Большой проект Иннополис. Вопросы жилья, вопросы образования. Проект сложный. Здесь Роман Александрович будет более подробно. У нас будет отдельная дискуссия, связанная с Иннополисом. Четвертое. Аспекты связаны с тем, что как сделать так, чтобы те инвестиции, которые мы сюда вносим, они как бы потом, чтобы хаб не превратился в пересадочный хаб. Да? Мы сегодня об этом тоже говорили. Да? А именно эта концентрация происходила. Тут вопрос в том, что думать, что мы, если мы железными цепями всех привяжем, отсюда никто не уедет, это неправильно. Поэтому создавать условия, когда может быть правильно выставлена миграция, не замыкаться и не говорить, что работа за рубежом – это плохо. Я думаю, что Виктор Васильевич подтвердит, работа с корпорацией Volvo много чему научила. Новые компетенции вы привнесли. Работая в других юрисдикциях, понимая, как устроен бизнес, цифровой бизнес, маркетинг за рубежом, это тоже может привнести. Поэтому хотелось бы вот этот сосуд, который, чтобы в него втекало больше, чем из него утекал, утекать будет. Но ставить эту задвижку категорически, мы считаем, неправильно, да, создавать такие там железный занавес, говорить, что вот там плохо, а здесь хорошо. Мы должны сконцентрироваться в своей конкурентоспособности именно внутри Республики Татарстан. И, конечно, очень важно, мы сегодня эту тему не затронули, но я считаю, это чрезвычайно важно. Мы не научили наши вузы, ни университет Иннополис, ни техникум связи, ни федеральный университет, медицинский университет, строительный. Там нет цифровых профессий. Мы учим медиков традиционной медицине. Через 15-20 лет этот медик должен уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, которые распознают патологию на легких, и эта компетенция должна быть уже встроена сейчас в ВУЗ. Строительный университет
Если мы считаем, что строительная индустрия движется к BIM-моделям, когда проектируется здание полный жизненного цикла, ты можешь видеть, где ты находишься с точки зрения, надо этому учить. И не только их учить, источником знаний, технологий, молодости, энергии вуза интегрировать с реальным сектором экономики. Вот эта связка пока не происходит. Я считаю, что в Татарстане над этим мы будем над этим работать. Я как министр в этом вижу свою, в том числе, и одну из главных задач. И последнее, на мой взгляд, это школьники. 447 тысяч детей школьного возраста. Самый такой возраст, когда ты не боишься ошибаться, когда ты можешь фонтанировать такими идеями, где нам, взрослым, где мы обременены своим опытом, риском, можем в этом не верить, а там могут появляться те фантастические вещи, которым мы можем помочь. Научить технологическому предпринимательству – это индустрия, которую надо учить. Не просто стать разработчиком, не то есть научить программировать, уметь детей научить работать в командах, в кросс-функциональных командах, понимать, что клиент, рынок, инвестиции, знания. Здесь мы можем поспорить, мы было на эту тему с вами говорили. Качество математики, качество точных наук. Есть две полярные мнения, что в будущем будут побеждать гуманитарии. Но никогда IT на нашей жизни, решение сложных когнитивных задач не перейдет в область стандартизации и алгоритметизации. Решение сложных комплексных задач останется за человеком, за его когнитивными функциями. Поэтому вкладываться мы должны в существующее поколение детей, не в вузе. В вузе уже поздно работать со студентом. Он формируется 7, 8, 6 класс. Вот с этим аспектом мы должны работать. Поэтому в партнерстве с Яндексом, Яндекс.Лицеи, наши классы, которые создаются в детских технопарке. Вот это вызов, который стоит, переводя на более мощный. Тебе не нужно лицензию на нефть. Тебе достаточно иметь табуретку, ноутбук, электричество, интернет. И, конечно, мозги, создавая новые продукты, новые бизнесы. Не нужно иметь лицензию на ресурсы. Все наши ресурсы вот находятся как бы у нас внутри. Вот конкуренция, вкладывание не просто готовить разработчиков, а просто растить уровень человеческого капитала. Да? Нам важно, чтобы у нас были хорошие музыканты, хорошие врачи, хорошие строители. И интеграционный процесс с IT с высококлассными врачами будет давать суперэффект. Не так, что IT пришли и всех научили. Такого никогда не продают. Потому что нет понимания предметной области, передовой науки в том числе, не будут интенсивно происходить трансформационные процессы. Я вот в этом вижу, что мы вместе с вами, и это не только дискуссия сегодняшняя, да, то есть это работа на министерстве ведется, и работа нашего архитектурного совета, работа нашей ассоциации, и работа, значит, правительства республики направлена на то, чтобы действительно Татарстан был тем IT-хабом, чтобы здесь было приятно работать, приятно отдыхать и приятно учиться, да, и эти условия будут создаваться. Я бы, да, на самом деле хотел тогда подвести некую, наверное, черту, сделать некое там summary, да, что вообще, что такое IT-хаб, на что мы сегодня, это некая система, вообще, в которую втянуты предприниматели, вузы, фонды, государство и, может быть, сам рынок, ну, как рынок сбыта в этом смысле. С точки зрения государства, да, то есть мы сегодня обговорили, что нам регуляторная, конкурентная регуляторная политика создает задел с точки зрения вузов образования. Нам нужно там в корне менять модели обучения, чтобы люди были готовы к новой экономике. С точки зрения предпринимательства, ну, мы обсудили вот некий экспортный потенциал, плюс то, о чем Дима говорил, да, что мы должны создать те условия, чтобы предприниматели не на Кипре зарабатывали, скажем, а в России зарабатывали. Вот. И, собственно, получается вот такой вот комплексный подход и позволит нам создать вот этот IT-хаб и в диапазоне там 15-20 лет действительно, наверное, с какой-то вероятностью представить нашу цифровую экономику, которая вытеснит, возможно, нефтяную, да? Кстати, вот интересно, про вузы очень правильно было сказано. И там интересно, я общался, вот сфера сельского хозяйства и вообще деньги, которые выделяются вузам, которые обучают в сфере сельского хозяйства, всякие сельхозакадемии там, и так далее. Денег много, но какая-то грусть вот у тех, кто работает в университетах в сфере сельского хозяйства. Они говорят, сельское хозяйство в России, но это не Италия, тут виноград у нас не растет. Чему учить-то, как бы все как-то грустно и все это. А я говорю, слушай, а может быть учить надо именно новым каким-то цифровым этим?
сельское хозяйство одной из топовых сфер, где, в общем-то, сейчас цифра будет внедряться, да. Начиная от рыборазведения и заканчивая каким-то умным земледелием, там, да, которое можно там, и использовать и алгоритмы, и всякие гаджеты, там, и так далее, и так далее. И вот мы там побеседовали, даже сельхозвуз можно использовать для подготовки IT-кадров. То есть не обязательно иметь профильное айтишное какое-то там образование. Ты обучаешься в конкретной профессии. Или медицинский вуз, который учит вроде бы врачей, но вероятно, что кто-то из них изберет путь тех, кто будет лечить людей, а кто-то, может быть, станет заниматься там, расшифровкой генома человека. Или, может быть, алгоритмов вот тех, про которые было сказано. Друзья, я, искусственный интеллект. К сожалению, оператор на меня смотрит так, что начинаю побаиваться немножко уже. Поэтому наша дискуссия должна... подойти к концу. Огромное вам спасибо. Дим, огромное спасибо тебе. Спасибо. Вот так вот. Дмитрий. Вот. Классно поговорили. Все спасибо. 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 Спасибо.